я люблю тишину, знаете, когда у нас есть очень такое место, тишина вот такая, особенно вечером, она такая молитвенная, наполненная. Ну вот бывает просто, так сказать, ну тихо-тихо, а вот тут чувствуешь, что присутствие каких-то, ну, ангельских сил небесных. Вот идешь ночью по монастырю, да, или вот, ну, вечером на закате, и вот прям вот как будто земля молится, да, вся природа молится, звезды-то такие. Вот, вот как-то мне это очень дорого. Ну, я такой пустынный житель, я очень люблю вот, пустыню, и все, мне очень хотелось пустынником быть. Но вот здесь такое Господь дал мне, всю неделю пустыня. А, ну, бывает, люди, конечно, приезжают и так, но это как-то вот они растворяются тут в природе, в этом все. А вот, ну, в воскресенье у нас, да, мы для народа все уже так. Много у нас детей приезжают, много приезжают вот, людей на службу. А в то время вот такая вот молитвенная тишина такая. Свято-Успенский женский Гремячев монастырь существовал, по одним сведениям, с 15-го, по другим – с 16-го века. Основан он был как мужской Лихвинский Успенский монастырь. Рядом со стенами обители всегда с грохотом бил бурный ключ, из-за чего и село, и сам монастырь назвали Гремячими. Целебные свойства этой воды всегда вызывали почитание в народе. Источник посвятили Георгию Победоносцу. В мае 2008-го, в день памяти этого святого, по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента, для восстановления древней святыни в Свято-Успенский Гремячев монастырь переехали 4 насельницы Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря из Малоярославца. С того момента отсчитывается новая жизнь жемчужины русского зодчества и духовной культуры. К сожалению, не сохранились древние архивы никакие. Они еще были в те давние времена, ну, пожары были, и, в общем, сгорел этот архив. И мы очень мало исторических сведений имеем в этом монастыре. И поэтому по крупицам буквально вот пытаемся собрать как-то. И поскольку, ну, мы понимаем, что все-таки святые покровители монастыря, это очень важно, знать своих покровителей, знать, кто тебя молится там на небесах. И кто более-менее близок вот к монастырю. И вот, например, с детьми мы вот так вот думали. А вот здесь вот, ну, вот этот водный путь, Ака, да, наша, это по ней всегда сплавлялись, ну, и купцы, да, вот, и как-то вот шла торговля, еще шли, и войска тут тоже, в общем-то, водным путем сплавлялись. И шел здесь же, недалеко шел тракт, который соединял, кажется, Северную Русь с Южной. И вот, как мы помним, да, вот были муромцы, да, он там за утренним во Муроме, а к обедне в Киевград, да, поспел. И как раз он нашими местами тут проходил. А здесь жили вятичи, они такие были, ну, они воевать не любили, но они больше по лесам прятались, ну, и разбой немножко промышляли, так сказать. Таможни-то свои такие ставили, чтобы купцов, путешественников тут немножко так вот пограбить. И вот, когда и вот свои разбойники, он, наверное, в числе этих вот... И пребывал этот разбойничка. И вот Илья Муромец, он тут вот где-то ходил, и где-то вот в наших краях, и вот этого своего разбойника и поймал. Такой вот сыч, реки слез пустил. Отвезу-ка я тебя к князю на суд. Вот, и поэтому мы, конечно, вот Илью Муромца себе покровителя приписали. Здесь у нас, когда дети иногда, вот мы такие квесты проводим, сейчас это называется, да, такие игры. И вот мы всегда то такого разбойника, какого-нибудь прихожанина помещаем, Илью Муромца, который, значит, вот его тут обезоруживает, обезвреживает. Вот, и дальше бегут. Первый раз мы всем монастырем малорославцам приехали сюда в 2008 году. Сестры уже вот первые заселились, и мы вот вместе с владыкой тут вот как раз на Георгия Победоносца весной очень красиво было. И когда мы вот вышли вот на эту долину и увидели вот эти просторы и чудесную вот эту излученную реки, ну, конечно, просто душа от счастья просто прыгала. Я, конечно, не думала, что мне... Но для меня природа — это что-то вот, ну, очень божественное, такое очень высокое. И поэтому, конечно, такой вот радостью все переполнилось. Но очень, конечно, полюбила это место. Вот. Хотя, конечно, там вот еще развалины были, и все, вот еще разруха полная. Но вот эта природа, она вот так вот в душу очень запала. Конечно, Господь вот так чудесное место выбрал для монастыря. Матерь Божия здесь такой свой удел разместила. А я
я еще была малорославцем, но вот меня матушка послала сюда в 2012 году уже, как старшую сестру. Ну и вот с тех пор труды тут начались, и молитвы, труды наши уже. И Духа Святого Господа Животворящего, и живот Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славе благодушего пророки, во едином святом и соборном, и апостольской церковь, исповедую единым крещением во оставление грехов. Ну тут Матерь Божия, она хранит это место. Здесь вот еще при Алексее Михайловиче царе, который строил храм наш 350 лет назад, ему Матерь Божия явилась здесь и попросила, чтобы он построил этот храм, он построил его. С тех пор еще много было таких явлений, вот местные люди рассказывали верующие, что являлась Матерь Божия. И вот когда сестры здесь первые появились, появилась первая помощница, и вот буквально здесь, вот на этой горочке, сама Пресвятая Богородица, она в полный рост явилась и попросилась помощников наших построить в этом купель, на этом святом источнике. Потому что вода здесь очень целебная, очень святая. И здесь издревле вселились люди, этот источник, он гремел, почему и гремячего называется. И стоянки еще до христианского времени здесь находят. И, конечно, очень много народу, кто приходит, кто хотел бы исцелиться. Причем помощь вот около кожных заболеваний, на ноги у кого больные. Много такое. И вот при нас уже много было таких исцелений. Вода очень холодная, плюс 4 градуса, она прямо так из земли бьет. Но решимость, так сказать, исцелиться, решимость обновиться, что ли, душой и телом, она людей не останавливает, помогает им. В эту холодную воду окунуться. И, конечно, выходят все совершенно обновленными, радостными, просветленными. Это слава Богу. Когда планировалась наша трапезная, матушка и хотела расписать в стиле Троицы Сергиевой Лавры. Но вот этот момент, это момент как раз явления Божьей Матери в нашей обители. Сначала, в 17 веке, она явилась царю Алексею Михайловичу. Если вы обратите внимание, вот царь Алексей Михайлович держит в руках наш Успенский храм, потому что именно на него он потом пожертвовал деньги, и 350 лет назад наш храм был построен, Успенский храм, обновлен. Он был деревянным, а стал каменным. А вот здесь, этот человек еще жив. Эту женщину зовут Алена, крещение она Елена. Она помогла нам уже в наше время. Матерь Божия явилась ей на источнике, когда она спускалась туда и попросила ее построить купальню. Вот именно поэтому здесь вот такое изображение Матери Божией и вот этих двух людей, и как раз на заднем плане купальня. В прошлом году, например, у нас вот такой случай был, девушка молодая, да, совсем вот 18 лет, у нее какие-то болезни очень такие серьезные были, что ей детишек нельзя было иметь, а очень хотелось, конечно, и вот у нее жених, да, вот и все, и она вот настолько решимостью, вот зима, очень холодно было, и она вот лютую зиму решила нырнуть в наш источник, конечно, вода там теплее, чем снаружи было, но с такой решимостью вот надо было, да, и вот она рассказывала, что прям вот прожгло все с ног до головы, вот так вот прям вот, как будто огонь. И все, она исцелилась полностью, все диагнозы были отменены уже, и у них уже пошли детишки уже, и, в общем, семья такая хорошая, православная. И вот такие чудеса здесь, конечно, Матерь Божия совершает. Недаром она первая, что благословила здесь построить источник. И поэтому вот хочется всех, кто вот действительно вот, не бойтесь, вот с верой приходите, и действительно Господь исцеление даст, Матерь Божия даст. Потому что для того она вот такие чудесные места нам дает, вот такие святые и целебные. Интересное село, интересная архитектура, кстати. И даже вот художник, если он приедет, например, к нам, в монастырь, там порисовать что-нибудь. Монастырь – это не единственное место, которое будет интересно. То есть по самому селу очень много таких колоритных очень домов, сложных, как будто из камня, какие-то такие, как будто древние. И есть дома совершенно какие-то необычные такие. То есть походить, поизучать, конечно, интересно очень. Вот, еще в деревне есть Казанский источник. Вот там красная глина такая,
вода очень имеет такой железистый привкус специфический. И местные жители говорят, что можно, в принципе, если эту воду употреблять, исцелиться от анемии, например. И почему-то этот источник считается целебным от глазных болезней. Вот. Еще в деревне есть источник, который мы назвали в честь подобного кукши. Есть источник ситный, на котором пекли ситный хлеб. Вот. И есть источник, ну, в воде из источника. Вот. И есть источник в лесу, небольшой совершенно, голубой источник. Вот. Но, скорее всего, больше даже гораздо. Вот у нас вот эта маленькая чайная, да, такая есть тоже. Это как бы тоже, ну, людям такой маленький подарок. Люди вот искупались, там замерзли немножко, пошли в чайную, сами посидели, там чайку попили, там поговорили как-то, на эту красоту все посмотрели. Вот. Поэтому мы всех приглашаем, очень рады будем. Ну и местечко это еще по-другому называется Вольгинскин. Потому что вот когда было большое торжество в честь благодарной княгини Ольги, то владыка сказал, что обязательно, чтобы в каждом монастыре что-то было посвященное равнопостной Ольге. И вот мы решили здесь на берегу, вот это, значит, иконочку такое про нее, там описание, там, вот, и вот. Ну, люди тут приходят, конечно, с большой благодарностью, они тут вот чайку попьют, и сами все погреться могут. Вот, даже там записочки благодарственные оставляют какую-то, как им приятно. Ну, конечно, вот немножко порадовать людей всегда хочется. У нас такой один раз случай был чудесный. Обычно, ну, здесь как-то какие-то печеньицы, конфетки тут есть, да, чай, всегда кто-то может что-то попить. Один раз приехали к нам дети из интерната. Ну, мы их, конечно, покормили там обедом наверху, но потом пришли на берег сюда, на источник, бегали тут, купались, отдыхали, ну, и, конечно, проголодались. И решили, значит, зайти сюда чайку попить. А тут вот все уже съели, да, все эти печеньицы. И там, чем детей покормить? Ну, послала, конечно, сразу наверх, туда в монастырь, там, чтобы принесли что-то. Вдруг оборачиваюсь, вот этот стулик, ну, тут обычно какие-то иконочки, а он весь заставлен такими вот прозрачными, ну, вот одноразовыми такими упаковочками, а в них какие-то чудесные эклеры. И прям вот такие большие, какие-то я их не видела. 40 штук, сколько детей было, столько этих эклеров. И прям откуда они взялись, вообще непонятно. И, в общем, мы детей сразу накормили, тут этот чай напоили. Для меня настолько запомнилось, но вроде как не было уже ничего. Вот так вот. Матерь Божья позаботилась. Довольно быстро возродился монастырь. Тут трудились сестры, до нас трудились, да. И вот, ну, нам еще вот это колокольня наше время, вот конец вот это вот нужно было достраивать, дома приводить в порядок. Но это все как-то общий труд такой, соборный. И нельзя сказать, что кто-то тут прям вот так трудился. Мы старались, что могли делать. А Матерь Божия, вот, по матушкиным молитвам, по владыкиным молитвам, владык часто туда приезжает, очень любит это место. Вот как-то оно все даже возродилось уже сейчас. Ну, трудности есть еще, конечно, там храмы древние, поэтому они так их лечить надо время от времени, реставрировать. Но, тем не менее, молитва идет, служба идет, люди приезжают. Слава Богу. Времена правления царя Алексея Михайловича является одним из самых светлых эпизодов в Русской Православной Церкви. И очень многие обители вспоминают его как благотворителя, помощника и большого молитвенника. Царь Алексей Михайлович очень любил совершать паломнические поездки. И вот одна из его поездок должна была состояться в Киево-Печерскую лавру. Наш монастырь, он находится, ну, достаточно не очень далеко от древней трассы, которая вела в Киев. Он ехал по этой трассе и услышал гром. Почему он услышал гром? Дело в том, что наш источник в древности гремел, как настоящий водопад. Поэтому и деревня получила название Гремячево, наш монастырь называется Гремячево. Царь Алексей Михайлович заинтересовался, свернул сюда, увидел источник, увидел маленький монастырь. И зашел сюда помолиться. И примерно вот это место у нас называется беседой около колокольни. Здесь он помолился и увидел Матерь Божию. Явление Матери Божией было ему одному. Она ответила на его просьбу.
И получив ответ на этот, на свой вопрос, он уже не отправился в Киев, как хотел на Богомолье, а отправился обратно в Москву. И по возвращении в Москву он прислал 500 монет серебром на наш Успенский храм. Дело в том, что Успенский храм был деревянным и уже в достаточно ветхом состоянии. И благодаря этим деньгам мы построили каменный храм. И вот на Успении 28 августа этого года исполняется ровно 350 лет со дня обновления нашего храма. Успенский собор был выстроен в 1673 году, а в 1700-м братья отстроили храм в честь великомученика и победоносца Георгия. С приходом советских богоборческих времен храмы закрыли. Успенский собор стал хранилищем удобрений, а в Георгиевской церкви разместили тракторные мастерские. У нас два храма, да, в честь Успения Божией Матери, наш главный соборный, он летний храм, и в честь Георгия Победоносца. Но я вот понимаю, что Успенский храм, ну, это как бы символ для Руси, потому что первый наш монастырь, Киево-Печерская лавра, да, он был в честь Успения Божией Матери, сама Матерь Божия, это по ее велению он был посвящен, и она икону преподобную Антонию Феодосию дала Успение. Именно Успение – это Богородичная Пасха. То есть, если, ну, это Матерь Божия, она так же, как Христос, она со своим пречистым телом взошла на небо. И вот эта Богородичная Пасха, она такую радость создает, надежду, веру. И поэтому очень много на Руси монастырей особо посвящались Успению. Ну и мало того, что здесь, конечно, вот удел Божией Матери Успение. И вот эта вот радость, она сопровождает всегда. И она не дает унывать, когда там какие-то трудности большие. Всегда вот, ну, и такое умиление какое-то вот такое всегда вызывает, но Матерь Божия, она всегда поможет, она всегда рядом. Вот, и действительно, так оно и получается. И вот, и храм, так сказать, вот, не пустует. Особенно в воскресные дни у нас тут удивительно много народу. В селе не так много народа, а вот приезжих очень много, с детишкой много приезжает. Потому что, ну, вот Пасха Богородичная. Пресвятая Богородица, спаси нас. Это, конечно, боевой такой монастырь. Здесь сюда шли какие-то военные действия, сюда были нападения. Видимо, чтобы... И у нас даже гумены такие, еще те в древние времена были, они из офицеров, из морских священников, они плавали на кораблях, вот, в кругосветные даже плавания. Вот. И поэтому и вот боевой дух он тоже очень поддерживает. У нас, мы считаем, что нас охраняет Георгий Победоносец, у нас стены низенькие, но охрана тоже так особо. Вот. Но он прям вот присутствует и хранит. Он, вот мы просто очень верим в его помощь. Мы всегда вот крестным ходом обходим, мы молимся. И он наш покровитель, он нас защитник, он нас очень поддерживает. И сейчас особо вот мы сейчас молимся за вот сейчас, чтобы вот как-то военные действия, да, вот он помогал, и чтобы защищал нашу вот малую родину, да, вот с этих нападений. И мы верим, что и Матерь Божия, и Георгий нас защищают. Здесь когда-то плавали корабли, когда более, так сказать, полноводная была река. А саки, знаете, брали священников всегда на флот. Петр I всегда брал, потому что не все даже умели плавать у него на флоте. А наши монахи, которые здесь вот, по береговым монастырям, они, конечно, хорошо плавали. Здесь рыбные ловли были. Вот. И поэтому он очень любил брать этих вот монахов на свои корабли. И наш игумен, даже вот Иосиф один, он после 7 лет плавания был сюда вот уже направлен на строителем игумена монастыря. А еще вот интересный был момент. Икона наша главная храмовая была Успение Божией Матери. И когда закрывали храм в 30-м году, женщины верующие, они по берегу пронесли ее вот там уж в середину деревни, и к верующей семье в дом принесли. И 50 лет она хранилась у них здесь в деревне. То есть она охраняла, в общем-то, и село само, и в этом месте. И даже там же немцы не вошли сюда, хотя в окрестные всех села они зашли, ну, хотя на 2 месяца. А здесь они не заходили в наше село. Но потом, к сожалению, в 80-м году эту икону уже в Москву отвезли, потому что, ну, неизвестно было, откроют или не откроют монастырь. А уже, ну, надо было ее как-то охранять. И она сейчас в храме Ильи Обыденного, вот в Обыденском переулке, около Пречистенки, вот там икона наша хранится храмовая. Ну вот Матерь Божия хранила это место. Считается, что до затухания вот этого
пауза. Вот. Ну, это все по-разному делается. Вот лично я не умею эти звоны такие вот делать. Московский там звон какой-то еще. Я просто мне, ну, в свое время батюшка показал, как это делается. Я так уже экспериментирую просто. Тоже в 20 лет в монастырь пришла. Просто, мне кажется, вот молодой возраст, вот такой вот, это очень дорогой возраст, когда человек, он, ну, если он совсем уж не испорчен, так сказать, он, ну, максималист по натуре, ему хочется всего настоящего, лучшего, высокого, чистого. И вот именно, конечно, вот, когда приходишь к Богу, понимаешь, что служить Богу – это самое, ну, большое счастье. Это душа действительно нашла то, что, вот, чем она может себя посвятить, вот, полностью отдаться, и потом не жалеть, потом не думать, что я там как-то не туда попала, не тому служила. Вот, потому что, когда ты служишь чему-то земному такому, да, ну, это частичное такое счастье, а Бог – это вот, ну, это все, да, это… Вот. Поэтому я думаю, что вот у нас сестры молодые, это в основном такие творческие личности, художники там по образованию. Это не совсем такой материалистический взгляд на мир, это более такой возвышенный. И конечно, вот монастырь вот именно этим привлекает, что, ну, непогрязаемый в такой вот действительно, в такой вот в обыденной жизни. Нам таки наша главная цель – это вот возвыситься, как-то духовно жить. А молодой возраст, он помогает трудности преодолевать. Потому что когда человек уже в пожилом возрасте, ну, уже у него какие-то привычки устоявшиеся, какие-то немощи уже и болезни, а молодым, в общем-то, все нипочем. Вот. И как-то более радостно, что такой возраст. У нас сейчас живет 10 козочек, самым маленьким вот этим вот, им больше года немножко, а самой старшей козе, рогатой, это ей около 10 лет. Вот. Но мы с ними гуляем, пасемся каждый день. Вот, все лето, немножко весной и осенью. У всех есть имена. Вот эти самые маленькие. Вот их зовут Морошка и Помидорка. Вот эта вот коза черненькая, ее зовут Звездочка. Есть другие козы. Вот это, например, Сливка. Вот. Вот самая старая коза – это Рогатка. А там разные козы. Вот беленькая – это Агуша. Есть еще, вот у нас есть Умка, тоже такая светленькая. Шоколадка, Пасха и Незабудка. Знаете, вот интересно, даже вот если в детстве мечтал о чем-то, но ну, хотел там рисовать, например, ну что-то там нарисовал в детстве, но ну, не учился, например, не живописи, ничему, то в монастыре Господь все таланты, которые Он дал, Он все раскрывает, и все вот на службу Бога, они все приумножаются. Вот, я вот, например, в детстве вот так любила что-то порисовать, а меня потом в монастыре взяли и поставили стенки расписывать, да, ну, в храме. Ну, чуть-чуть подучили, да. Вот, ну, казалось бы, невозможное, но вот возможно. Петь тоже. Любила просто, ну, в детстве петь, все любят, да. А вот, а когда служишь Богу, да, Господь тебе приумножает вот всю жизнь регентом, хотя, в общем-то, ни слуха особо, так сказать, ничего нет. Вот, ну, вот пою всю жизнь, пою, да, на клиросе. Это даже удивительно. Вот все, вот, видимо, такие все наши, то, что мы Богу отдаем, Он всегда приумножает все. Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Богу Господня, на тебе восия, приходи ныне, веселися в Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородица. Ну и трудиться очень люблю, потому что труд, он так, все-таки он такой радостный, это момент, когда даже говорят, знаете, как отдых, это труд с радостью. Вот. Пчелок люблю очень, вот, с ним возиться. Ну просто вот, да. Петь люблю очень с детства, петь люблю всегда. Вот мы, у нас даже такая традиция уже, ну, мало того, что мы службу все вместе поем, да, с прихожанами, мы еще и вот трапезы, у нас после трапезы мы песни такие, ну, они, может быть, там и духовные есть такие канты, а есть вот такие русские просто песни, вот, чтобы, ну, как бы народ тоже любит очень песни. И это действительно жизнь помогает, вот так вот радоваться жизни. Бойся, ты меня не бойся. Я тебя не трону, ты не беспокойся.
хочется радость какую-то людям подарить, поделиться. Потому что вот нас матушка так научила, у нас же вот приют детский, да? Насколько вот она детей приучила радовать людей. И когда ты отдаешь свое внимание, время, какую-то заботу, то это в тебе возвращается, вот это вот благодатью, радостью старится. И поэтому не устаешь, когда с людьми общаешься. Ну, бывают, конечно, люди, которые вот, ну, не понимают, как-то вот спорят, там, что, ну, это другой вопрос. А когда действительно человек ищет какой-то истины, и вот хочет о чем-то посоветоваться, попросить молитву, вот, ты отдаешь ему свое вот, внимание и просто наполняешься. Вот уставший такой после там как-то, или что-то плохо себя чувствуешь, а потом раз, и как обновилось, как вот откуда-то силы взялись, какую-то радость вот это взялась, ну, как будто отдохнула прям вот, и заново все можно. Песня про Гремячего. Ты разбит в пух и прах, среди житейских штормов только остов твоего корабля еще держится чуть на плаву. На изгибе реки для души есть спасительный остров. По разбитой дороге скорее к нему доплыву. Там ковришки пекут, принимая всех тонущих сирых. Там ладони протянут, а в них словно хлеб благодать. Этих низеньких стен не сломить три волнения мира. С маяка колокольни до неба рукою достать. Родина моя, нет, не дом в Москве, средь бетонных стен и душа пуста. Родина моя, почитай везде, где святые есть, средь полей места.